Лето для славянской детворы проходит не только интересно, но и полезно для здоровья. Для них проводятся различные спортивные мероприятия, на которых они могут посоревноваться друг с другом, ну и, конечно, оздоровиться. Один из таких праздников спорта и здоровья прошел в станице Анастасиевской. На спортивной площадке станицы Анастасиевской прошло торжественное открытие малых олимпийских игр. Участников мероприятия поприветствовали почетные гости, пожелав ребятам успешно выступить. Ну и что самое главное, интересно провести время и зарядиться прекрасным настроением. Дорогие ребята, сегодня у нас очень большой, я считаю, такой значимый спортивный праздник. Это фестиваль летнего ГТО. Он у нас совпал еще с одним праздником, это открытие нашей обновленной площадки, площадки нашего двора. Поэтому на такой площадке, я думаю, вы не то что должны, обязаны показать хорошие результаты, посоревноваться сегодня, потому что передо мной сразу видно такие сильные, мощные команды, которые покажут хороший результат. Поэтому от имени главы поселения я тебя лично хочу пожелать вам сегодня хороших соревнований, достойных результатов и уже ставить перед собой цели на будущие соревнования. Первым видом малых олимпийских игр стали соревнования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 9 команд включились в борьбу за право быть лучшими. В составе команд – дети от 6 до 17 лет. Ведь подсчет баллов в соответствии со 100-очковой таблицей ГТО дает равные шансы всем возрастам. Участники выполняли челночный бег, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, наклон на гимнастической скамье, пресс, прыжок в длину с места. По итогам соревнований лучшей стала команда «Чемпионы». На втором месте – гиревики, и замкнули тройку лидеров – легкоатлеты. Победители и призеры награждены кубками и грамотами, а все участники – вкусным мороженым от главы Анастасиевского сельского поселения Александра Симко.